В это воскресенье в Казахстане был проведен 4-й в истории нашей страны референдум, на котором гражданам предстояло выбрать, быть или не быть АЭС. Ровно в 8 вечера закрылись последние избирательные участки на референдуме по строительству АЭС. Теперь Центральной комиссии референдума предстоит посчитать итоговую явку казахстанцев и вынести окончательное решение на основе голосов граждан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на общенациональном референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Свой голос Касым-Жомарт Кемелевич отдал на избирательном участке под номером 211, расположенном в президентском центре. Затем глава государства поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума. Несомненно, этот день вошел в историю. Наши граждане делали выбор. Быть или не быть АЭС. Референдум – это очень эффективный механизм прямой демократии. Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей. Уверен, будет принято верное решение. Действительно, это знаковое событие, подчеркнул президент Казахстана. Вопросам подготовки и проведения референдума в Жамбылской области уделили особое внимание. Согласно спискам, предоставленным местными исполнительными органами, проголосовать смогли более 700 тысяч жамбылцев. С самого начала работы участков во всех населенных пунктах региона граждане приходили в приподнятом настроении, чтобы сделать свой выбор. Свой голос на участке номер 35, расположенном в гимназии номер 5, оставил и аким области Ербол Карашукеев. Референдум, проводимый в нашей стране, это важное политическое событие. Жители Тараза это прекрасно поняли и приходили на участки, где они зарегистрированы. Это очень волнительный момент для меня, потому что я участвую на референдуме первый раз. Да, это важный политический момент, потому что голосуя на референдумах, вы выбираете будущее не только себя, но и своих детей. Я работаю учителем с 1978 года. Работала в школах и в гимназиях. Преподавала казахский и русский языки. Мои близкие тоже работают в педагогической сфере. Они преподают математику и физику. Сегодня я с ними пришла на участок, чтобы отдать свой голос на референдуме. Согласны ли вы строить атомную электростанцию или нет? Это очень правильно поставленный вопрос. Это один из важных, главных показателей, индикатора демократической страны. То есть управление, глава государства, все это согласовывает с населением. Потому что жить, работать населению, обществу, людям, а управление приходит, уходит, а народ остается жить-то им. Ровно в 8 часов вечера процедура волеизъявления подошла к концу. Члены комиссии вскрыли урны и приступили к подсчету голосов. Все эти процедуры проводятся под неусыпным контролем наблюдателей. Все бюллетени будут тщательно проверены на предмет годности, пересчитаны, опечатаны и отправлены на всеобщий подсчет. Такая работа была проведена на 78-м участке. По словам председателя комиссии референдума Бакит Сапаралиевой, на участке обошлось без нарушений. Номер 78 начал свою работу в 6 утра. С 6:10 до 6:20 на участке были зарегистрированы 4 наблюдателя. Согласно закону о проверении референдума в 6:30 членам комиссии были розданы бюллетени. Были опломбированы стационарные урны и урны переносные. В ходе сегодняшнего референдума на участке никаких нарушений закона о референдуме не наблюдалось, не зарегистрировалось. Прошедший референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане – это не только способ выявления мнения граждан, но и важный инструмент для формирования прозрачной и ответственной политики в области энергетики. Обеспечение участия населения в этом процессе – это ключ к успешному и безопасному будущему для всех граждан страны. Отметим, это первое всенародное голосование в Казахстане, не связанное с конституционными и политическими преобразованиями, и 4-й по счету референдум в истории страны как независимого и суверенного государства. Валихан Талгатов, Айкон Акпарат.